Да, наверное, так и лучше сделать. Так, давайте а тогда я ластом поеду. Погрузчики тогда уж по два грузить. Вы тогда в погрузчике будете по две штуки грузить на каждый и... Ты видел, что с машины он сделал? Просто взял такой, отъехал нафиг. Короче, Сафыч, слышите, вы загружаете, едете, и ну, последний погрузчик мне, кто вот из вас остается, помогает догружать и тоже едет. Я тогда еду потом на машине. М? Нет. Короче, давайте. Хороший план. Так, есть 4 монтировки, если что, на карте. Одна ключ-карта. Хранилище нашел с первого раза. Окей. В самом начале. Все, ищем монтировки. Монтировку я нашел одну. У меня, блядь, сдох. Опс. Еще я нашел. Сразу разворачивай. А где ты еще нашел монтировку? Где ты нашел? Я уже вставил. Я слышал. Две вставили, ну? Да, да. Одна осталась. На последнем этаже или нет? Посмотри там. В этих, может быть. Сейфов. В сейфе есть монтировка? Не знаю, не смотрел пока. Да, есть. Все, нашел глаз. Да? Замечательно. Блять, как пуль. Ребят, посадите мне кого-нибудь. Я лечусь. Так, я последний погрузчик доставляю. Там уже 300. Уже 3? Окей. Это... Раз, два, три. Вот, иди тут тебе вот, товарищ. Нормально. Где, товарищ? Ч-ч. Вот. Черный бульдон. Без стекла. Там, где ты, получается, да? Вот, я считал, сколько. Просто от этого мы хилиться все будем. Оу. Тебе второй нужен? Да, желательно. Знать еще. Чем больше этих, тем быстрее мы хилимся, по идее. Там же на всех, по-моему, распространяется. По-моему, нет. А вот у команды. Так, 10-9, ребят, 10-9. 8. Все, понял. Я не забывайся, короче. Я да. Патроны справа поставил, если что. Я нижнюю левую. Так, подвижу. Все, первый поехал. Поехал, первый. Давай, чел, я помогаю тебе. Давай. Второй поехал. Поехал, Сав, давай. О, я поехал. Давай. Уже. Пчел, когда доедешь, первую выкинешь у машины. Чтоб тебе было легче ехать. Просто где-нибудь, неважно где. И садись сразу, езжай. Давайте, ребятки, должен успеть с вами. Обычно мы на пятой минуте отсюда уезжаем.
Угу. Вы же не обидитесь на меня, если я вас вдруг обгоню, да? Главное, что ты с дороги не с кем. Ладно, попробуем. Попробуй с кем-нибудь. Пропусти машину. Да я проеду вроде. Заодно скажу, где что. А, стоит нормально, но это стрелялка. Не знаю, проедете, не проедете. Главное, чтобы он не заехал. Разделимся. Блять, сука, Дэс, это хуйня. Она заехала. Да, она переехала в другую сторону. То есть, ладно, все. Ладно, попробуем, что доехать. Там пока открыто, если что. И там нет турели, вам главное проехать. Транспорт сломался. Транспорт просто хуй. А у меня неудобный спаун, самый далекий. Может, не за следующий погрузчик сбегать? Не, нормально. Я сейчас приеду, туда жди. У меня фуловый почти хп. Да, ты пока турель ломай, я сейчас к тебе приеду. Сав, ты там как? Нормально? Я сломал. Слышите, там все шикарно, йоу, пацаны. Давай. Так, я сейчас выйду прямо на тебя. Должен доехать, пока не надо. Где ты? Я в самом начале. Ух ты, блядь. Давай, быстро перезагружай. Все, загрузил, садись. Садись быстрее, ну. Все. Она переехала? Да. Фак. Грузи. Все, быстро выходим, грузим. Давайте. Все, уходим. Фу, е! Хорош. Получилось, наконец-то. Да. И даже записано. Записано. Как получить тачку? Всех это записано. Как получить тачку? Пацаны. Все, теперь я рад. И давай девочка вышла. Шикарно. Теперь тачка. Ладно, всем спасибо, пока.